хотим. Это славная идея, но мне не хочется девичника. Я купила тебе шикарный подарок, но не отдам его, если не позовешь гостей, чтобы все видели мою щедрость. Бри, смотри! Орсон, я же просила осторожней! Я решила неловко устраивать праздник в честь будущего ребенка, раз он не первый. Но я не вижу в этом ничего худого. Да, дело же не только в подарках. Это весело. Можно, например, сыграть в мамин пузик-арбузик. Во что? Берут клубок шерсти, и каждый отрезает такой кусок нитки, чтобы он мог обхватить твой живот. А кто угадал точнее всех, тому приз. Я правда не хочу девичника. Смотрите на меня! Орсон, еще 5 минут и прекращай! Давайте ранее не отмечать, а когда ребенок родится, я устрою ему крестины. Что скажете? Все хорошо? Порядок? О, Господи!